Очень мокрая и на вид несчастная сова. Если вы думаете, что сова милая, то вы ошибаетесь. Вот сейчас я к ней подойду поближе, и вы поймете всю ее сущность. Ты что, на меня даже шипеть не будешь сегодня? Что-то я тебя не понимаю. Сова накупалась и сидит, сохнет. Палочка по размеру. Очень удобно здесь можно с одного пня прыгать, нырять, с другого. И вот как это выглядит. Мингера, ты не хочешь сегодня никого съесть? Сова, не угу. Кусь будет? Конечно, куда же без Куся-то? Куда же без Куся? Так, не кусайся. Нет, не кусайся. Нет, сова. Не кусайся. Вот так с вами не побалуешь. Мы совсем никому не рады, кроме крыс. Сова, как насчет угу? Кажется, сегодня никак. Сова, ты меня жрёшь. Я просто хочу потрогать тебя за лапу. Что значит нет? Я просто хочу потрогать тебя за лапу. Не то чтобы это больно. Потому что если бы сова захотела отгрызть мне палец, она бы это легко сделала. Мингерочка, вы сегодня как-то совсем не общительны. Это мяу уже какое-то. Это мяу. Да ладно. Ну хорош кусаться-то. Хватит. Я просто хочу показать, что сова внутри пустая. Вот так засовываешь туда палец. Мяу, да? О, ты сегодня не шипела еще. Только мяукала. Сова, ты же котик. О. То есть я вот не сгибаю пальцы. Там вот настолько пусто внутри. Я бы засунул. Я бы засунул в голову сове палец. Но боюсь, что она вот совсем не в восторге от этого будет. Как-нибудь в другой раз, когда у совы будет настроение получше. Собака-осуждака. Вот ты намокла и сидишь здесь, хохлишься вместо того, чтобы двигаться. Ты так быстрее высохнешь. Ты так быстрее высохнешь. Дай клюватор. Дай клюватор. Хороший клюватор. Хороший. Хороший. Ну ладно. Во. Иногда сову можно даже погладить. Немножко. Иногда можно залезть под крыло. Не, нельзя. Ну ладно. Не хотите, как хотите.